В этом месяце состоится встреча политсоветников лидеров нормандской четверки. Ее анонсировала первый замспикера Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, на встрече этой обсудят подготовку следующих переговоров в нормандском формате. Главной темой станет выполнение договоренностей, достигнутых 24 июля во время телефонных переговоров между лидерами Украины, Германии, Франции и России. Напомню, тогда Петр Порошенко назвал последние дни июля этого года самыми кровавыми на Донбассе в этом году и призвал ввести в зону АТО миротворческий контингент ООН.